под 45 градусов вот так вот отвести ногу, да, скрутить и растрясти еще вот так вот в эту сторону и в эту сторону. Потом укладываем и заканчиваем всю вот эту вот процедуру. Опять же, как и в принципе везде мы делали, да, сначала постукивание, прям по хилу сухожилию, видите, сейчас стучу. По бокам, похлопывание, пошлепывание, встряска. И уж, поскольку у нас зашла такая тема о заботе о себе, как некоторый фитнес для себя тяну записывает, да? Берем его ноги, да, и поднимаем примерно под 45 градусов, вот повыше, да, расслабляя его поясницу. Потихонечку так потрясли, расслабили. Тянется поясница? Не знаю, тянется? Ну, да. Да. Ну, она должна, по идее, да. Просто расслабляется, да. А по сути, я тяну свои собственные, не развиваю, разрабатываю свои собственные крылья, вот эти вот широчайшие мышцы спины, тем, что на себя один, второй раз, то есть он для меня как тренажер. Особенно если мужики, которые там 140 килограмм, вот это вот попробуйте, крылья на себе. И задержаться в этой позе. Я после них... Ты это все делаешь как, во время работы? Да, я после них ухожу, как после фитнеса, после тренировки. Представляете, как хорошо все это растягивается. Да, а для него мы делаем, мы растягиваем именно вот это вот крестцово-позвоночное сочленение. По мануалке это все, да, вот тут? По ногам. Здесь да, но еще спереди будет. Еще спереди. Не, ну просто мануалку мы сегодня все не успеем. Там, понимаете, там можно еще вот так ногу согнуть. Не, вот в классике что лучше, вот, да, ну, там пару штучек, тройку, наверное, прием. Вот, у него болит это сочленение, которое у нас хрустнуло, да, уже, в принципе, например. Но тут надо, чтобы колено не висело. Это либо на полу, либо вот так, чтобы оно вмещалось на столе. И вот с этой стороны вот так достаточно сильно ему надавить. Вот, просто остальное мы делаем спереди. Угу. Этого сейчас достаточно. Да вы не запомните, блин. Ну, да, повторите теперь. Все, вырубай.